Луганске этим утром начали отводить минометы калибром менее 120 миллиметров. Это уже третий этап демилитаризации, которую контактная группа в Минске после долгих переговоров смогла согласовать в конце сентября. Происходило все под наблюдением специалистов из совместного центра по контролю за прекращением огня и сотрудников ОБСЕ, которых снабдили всей информацией о местах хранения отводимой техники. И туда, у мониторинговой миссии и военных инспекторов, есть право доступа. И вот около часа назад орудия со своих позиций начали перемещать и украинские силовики.